Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Испытательно-демонстрационный центр технологии Skyway отметили на страницах туристического путеводителя 100 лучших мест Беларуси. 4 ноября в Екатеринбурге прошла конференция компании Skyway Capital. Рассказываем о том, чем мероприятие запомнилось гостям и организаторам. Мы рады представить всем пользователям совершенно новый сайт нашей компании. Какие нововведения помогли сделать его информативным и удобным, расскажем сегодня. Приглашаем всех на конференцию Skyway Capital, которая пройдет в Пскове 14 декабря 2018 года. Группа компании Skyway анонсировала дату перехода на новый этап своего развития. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Испытательно-демонстрационный центр технологии Skyway отмечен на страницах туристического путеводителя 100 лучших мест Беларуси. Вот что написали авторы путеводителя об экотехнопарке. Уникальный объект под названием «Экотехнопарк» давно стал визитной карточкой города Марьиногорка Минской области. Именно здесь проходит испытание транспорта будущего, который также известен как Skyway. Чтобы поближе познакомиться с необычной транспортной технологией, сюда приезжают гости из разных уголков мира. В издании собраны самые интересные и значимые места, рекомендованные для посещения всем гостям республики. 4 ноября в Екатеринбурге прошла уральская конференция компании Skyway Capital. В мероприятии приняли участие более 250 человек, партнеров компании и гостей со всего Урала. По ходу конференции участники и спикеры обсудили следующие вопросы. Перспективы использования технологии блокчейн в развитии струнных транспортных систем. Возможность реализации адресных проектов в России и, в частности, на территории Уральского федерального округа. Перспективы инвестирования в Skyway. Отметим, что Skyway Capital продолжает привлекать к сотрудничеству людей разного социального статуса и профессий. Конференция прошла на высоком уровне в теплой и дружеской атмосфере зала, в которой собрались единомышленники, заинтересованные в успехе реализации и внедрении технологий Skyway по всему миру. Выражаем отдельную благодарность организаторам и спикерам мероприятия. Подобные мероприятия проходят систематически в разных городах и странах. Рекомендуем каждому партнеру внимательно следить за анонсами конференции и презентацией в новостях, а также в разделе «События» на нашем сайте и в личном кабинете Skyway Capital. Результатом приглашения потенциальных партнеров и инвесторов в эти мероприятия может стать успешное развитие вашей команды в Skyway Capital в различных регионах мира. Приходите на конференции и презентации компании и улучшайте свои навыки ведения бизнеса. Мы рады представить вам совершенно новый сайт нашей компании. При его создании мы уделили большое внимание визуальной составляющей и удобству использования. Теперь он представлен на 23 языках, и вся необходимая информация собрана на 5 страницах. Технологии, инвестиции, партнерам о нас и события. Удобный интерфейс поможет вам быстрее ориентироваться на сайте. Мы собрали в одном месте все виды струнного транспорта с реальными фото и видео, а также опубликовали фото со всех международных выставок с участием Skyway. Теперь вам будет проще рассказать о проекте и наглядно показать, как он работает. Еще мы поделились историями успеха наших партнеров, чтобы вдохновить на сотрудничество тех, кто хочет стать частью проекта Skyway. Читайте их в разделе «Партнерам», а в разделе «Инвестиции» те, кто уже сделал вклад в развитие струнных технологий, рассказали, почему решили инвестировать в Skyway. Мы постарались рассказать о нашем проекте максимально ярко, наглядно и доступно. Смотрите все нововведения и пишите ваши отзывы и пожелания нам на почту feedback@skyway.capital. Уважаемые партнеры и инвесторы, приглашаем вас на конференцию Skyway Capital, которая пройдет в Пскове 14 декабря 2018 года. На конференции вы узнаете результаты проделанной работы и развития Skyway Capital на текущем этапе, свежие новости о технологии струнного транспорта и возможных адресных проектах, а также ближайшие перспективы продвижения проекта группы компании Skyway в Псковском регионе. Приглашайте своих друзей, знакомых, всех потенциальных партнеров и инвесторов на мероприятие в Пскове.
Предоставьте им возможность стать частью нашего проекта на выгодных условиях 12-го этапа развития группы компании Skyway. Узнать подробности программы конференции вы можете в личном кабинете Skyway Capital. Группа компаний Skyway объявила об успешном завершении 12-го этапа развития и перехода на 13-й этап. Переход на новый этап развития состоится 12 декабря 2018 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Переход на новую фазу стал возможен благодаря ряду достижений группы компаний Skyway. Так, на новый уровень вышло сотрудничество с представителями бизнес-сообщества и властей Объединенных Арабских Эмиратов, сегодня ставших ключевым направлением сотрудничества группы компаний. Установлены партнерские отношения с новыми странами и регионами. Получены группой компаний доходы от предпроектной деятельности, позволили организовать обратный выкуп и часть инвестиционных долей у первых инвесторов. Так проект выразил признательность людям, которые поддержали его в самом начале развития. В планах на 13-й этап расширение проекта за рубежом и дальнейшее развитие транспортных, энергетических и информационных технологий. Прочитать о достижениях проекта на 12-м этапе вы можете на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.